В патефоне не хватает анармы. Мальчик, как ты оказался в этом месте? Эй! Мальчик! О! Шкафчик заперт. Шкафчик заперт. Шкафчик заперт. Шкафчик заперт. Золотой ключ. Ключ от дома. Ключ от дома. Золотой ключ. Нужно спрятаться. Эта тварь меня преследует. Thank you.
Шкафчик заперт. Шкафчик заперт. Фоне не хватает тонармы. Меня зовут Генри Бишоп. Я расскажу вам свою ужасную историю. Эта история произошла со мной в конце 70-х. И даже самый страшный кошмар покажется лишь отголосками ужаса в сравнении с теми загадочными событиями, участником которых я стал. Я работал риэлтором по продаже недвижимости, и был у нас старинный особняк в штате Мэн, который никто не мог продать. Он висел, словно мертвый груз на нашей компании, как заряжавшийся товар на полке магазина, который с каждым днем терял свою ценность. Ведь у домов тоже есть срок годности. И вот одним майским утром тишину нашего офиса на 5-й авеню нарушил телефонный звонок. Звонок, который изменил всю мою жизнь. Звонивший был мистер Джонсон, весьма странный клиент, который охотно хотел завладеть этой старой рухлядью именуемой домом. И даже тот факт, что в этом доме пропала семья из 5 человек, его не отпугивал. А даже наоборот, являлся причиной столь странной покупки. После непродолжительного разговора мой босс принял решение отправить меня в Стоунбридж, в эту провинциальную дыру в штате Мэн. Моей задачей было осмотреть дом и убедиться, что он все еще не развалился, а затем связаться с клиентом для заключения сделки. Меня зовут Генри Бишоп, и я расскажу вам свою ужасную историю. Дверь заперта. Возможно, ключ находится в доме. Дверь заперта. Возможно, ключ находится в доме. В доме нет света. Нужно найти электрощиток. Мэм? Что вы здесь делаете? Это частная собственность. Он запер меня. Запер в этом сундуке. Кто вас запер? Мой хозяин. Он во всем виноват.
«Хозяин, я найду ключ и освобожу вас, а затем отвезу к шерифу». Заработала. Ключ от дома должен быть у меня в сумке.
Заклинило. Нужно чем-то поддеть. Заклинило. 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 Нужно чем-то поддеть. Сундук заперт. Унитаз чем-то забит. Вот черт! Нужно срочно валить отсюда! Будет эта жуткая тварь. Дверь заперта. Возможно, ключ находит ключ от дома.
Здесь нет пластинки. Сундук заперт.